фильм Реймонда Ву. Марк Уотсон и Майк Эббот в фильме «Официальный экстерминатор. Убить ради любви». Также в фильме снимались Фонда Лин, Маркус Гибсон, Брайан МакКлей, Джонатан Соппер и другие. Продюсеры Джозеф Лай и Бетти Чан. Сопродюсер Морис Чоу. Оператор Реймонд Чен. Как вы можете понять из этого доклада, дела у нашей компании идут не очень хорошо. Ваше предположение, почему? Корпорация Pacific постепенно захватывает власть. Они уже доминируют на фондовом рынке. Боюсь, через пару лет мы можем остаться историей. Мы должны что-то с этим сделать. Может быть, нам нанять еще одного специалиста? Нет, я не хочу, чтобы вы занимались подобными глупостями. Мне нужна эта компания. Если бы я только мог сделать так, чтобы она стала моей, мы можем кого-нибудь туда внедрить. Да, я об этом думал. Но что, если просто внедрить человека окажется недостаточно? Над этим я не думал, босс. Я провел расследование среди их персонала, прояснить ситуацию. И вот что я выяснил. Дочь директора недавно вернулась из-за границы. Если бы мы могли подослать кого-нибудь, кто сможет втереться к ней в доверие, да, если мы проникнем в их семью, тогда я определенно добьюсь успеха. Точно. У тебя есть кто-то на примете? На самом деле есть, босс. Кто? Чарли Фанг. Но он же новенький. Да, но он настоящий трудоголик. Также он обладает притягательной внешностью и шармом. Давайте попробуем, босс. Ладно, я поговорю с Чарли. Послушай, черта с два я тебя отпущу. Оставишь меня одного, я уйду. Успокойтесь, я буду вон там. Я не собираюсь тебя ждать. Вы только взгляните. Какое тело. Я гарантирую вам, вы хорошо проведете время. Босс сказал, нам нужно будет раздеться. Ни за что. Я покажу тебе, как это делается. Давай. Ничего, такие. Неплохо. Чего ты с ними разговариваешь? Веди их сюда. Тебе понравится, красотка. Не трогай меня. Девушки. Присаживайтесь. Отстаньте. Фонда. Фонда. Мы хотели сказать вам, что это наш первый день здесь. Вы не могли бы нас не трогать. О чем вы, черт возьми, говорите? Я за вас заплатил, так что идите сюда. Я что, зря платил, что ли? Нет. Ну что же ты, Фонда? Пусти. Да, да. Отстань. Чего же ты вырываешься? Она меня ударила. Ударила. Ну, сейчас получишь. Грязная сука. Она меня ударила. Что с вами не так? Что ты творишь? Прекрати немедленно. Я ни за что раздеваться не буду. Ах, вы суки, мы за вас заплатили. Верните деньги. Вы заплатите за то, что вы со мной сделали. Отвали от меня. Я убью вас. Не подходите. Клянусь, я вас убью. Не подходите. Стойте, она это сделает. Да забудь ты об этом.
Но эта грязная сука меня ударила. Не подходите. Стойте, где стоите. Пошли отсюда.